18 мая – международная акция «Ночь музеев». Это замечательное мероприятие, которое позволяет широкому кругу людей познакомиться с культурным наследием города, провести время с пользой и интересом. И в наших ирбитских музеях сделали все, чтобы это мероприятие было по-настоящему насыщенным и разнообразным. Так, в музейном выставочном центре в 17:00 состоится официальное открытие 19-го музейного фестиваля «Белые ночи Ирбита». А в историко-этнографическом музее для гостей проведут лекцию психолога, также мастер-классы по нейрографике и диджейнингу. Сотрудники Музея уральского искусства в 20:00 предложат ирбитянам и гостям города вечерние прогулки по заповедным улицам Ирбита. А еще в каждом музее экскурсии, выставки, квесты, и все это можно увидеть 18 мая в 17:00. Этот день станет днем, когда каждый музей откроет свои двери для жителей и гостей города, чтобы погрузить их в мир искусства и культуры. Всех посетителей приходите, с удовольствием ждем вас, рады видеть всех.